ранку, рідне місто моє! Доброго ранку, шановні телеглядачі! Я рада вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» на грі «Інтелект Асерті». Швидко промайнула сонячне гаряче літо і наступила щедра золота осінь. І я вважаю, що наші гравці добре відпочили, набралися сил і сьогодні будуть гарно грати і перемагати. Ось сьогодні всім командам бажаю тільки перемоги. Ну, а для того, щоб розпочати нашу програму, я, звичайно, по традиції надаю перше слово нашій чарівній постійній ведучій, автору програми «Інтелект Асерті», керівнику клубу «Інтелектуальне Асерті» Університету Україна Макароновій Тетяні Олександрівні. Будь ласка, прошу. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я с удовольствием представляю вам наше сегодняшнее жюри. Это заведующая библиотекой филиалом для юношества ЦБС для взрослых Баранова Елена Александровна. Декан факультета экономики и предпринимательства Николаевского межрегионального института развития человека Университета Украины Шлепнев Андрей Николаевич. И дебютант нашего сегодняшнего жюри, поэт, лауреат премии имени Аркаса, учредитель и редактор благотворительного общественного издательства «Юпитер» НЛО с декабря 1991 года, педагог Лещинская Таис Анатольевна. Председатель нашего сегодняшнего жюри. Музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения номер 93. Ведущая солистка вокальной народной студии Николаевского городского дома учителя. Лауреат и победитель музыкальных вокальных конкурсов и фестивалей. Человек, который украсил своими замечательными выступлениями очень многие наши передачи. Ковалева Наталья Викторовна. Сегодня у нас собрались порадовать вас своим мастерством такие замечательные команды, как «Талисман», который представляет Университет Украины. Команда «Назад в будущее», которая представляет кафедру музыкальных искусств Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского. И команда «Студия 107», которая тоже представляет кафедру музыкальных искусств Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского. Дебютант нашей сегодняшней передачи – команда ФЭМ, которая представляет факультет экономики моря Национального университета кораблестроения. А сейчас мы приступаем к первому конкурсу. Это разминка. Поленья для топки. Дрова. Клич этой группы – АТАС. Любе. Овечий пастух. Чабан. Старый свет. Европа. Лекарство в виде шарика. Дрожжи. Кружевной воротник. Забо. Морское судно. Корабль. Да. Надзор за печатными изданиями. Цензура. Злая судьба. Рок. Мафиозная семья. Клан. Спасибо, 10 правильных ответов. Команда «Назад в будущее». Паспортное выбытие. Выписка. Отлично. Кружок для счета в казино. Фишка. Да. Заготовка к шитью. Выкройка. Да. Один показ фильма. Премьера. Ну, премьера, сеанс. У труса уходит в пятки. Душа. Душа. Мешок для вина. Бурдюк. Да, отлично. Крытая торговая галерея. В Одессе есть такой красивый пассаж.
Вероятность успеха. Шанс. Наемная публика в театре. Кликом. Клаком. Одна вещь на аукционе. Лото. Отлично, 9 правильных ответов. Спасибо. Команда студии 107. Титул Бекингема. Герцог. Герцог. Перечень расходов. Бюджет. Составить сначала. Смету. Смету. Нить из металла тонкая. Проволока. Рукотворная река. Канал. Птица для царской охоты. Фазан. Какая охота бывает? В Москве такой район есть. Соколиная охота. Да, соколиная охота, совершенно правильно. Коллекционер денежных купюр. Нумизмат. Вид винограда. Лоза. Бартерная сделка. Обмен. Визави катода. Анод. Штрих в пустующей графе. Прочерк. Прочерк. Спасибо. 10 правильных ответов. Команда ФМ. Мешающие звуки. Шум. Зверек-полоскун. Енот. Единица электронапряжения. Вольт. Норма пороха для взрыва. Мера. Нет, тротил. Норма пороха. Что с орудием делают? Заряд. Заряд. Придомная площадка. Какая? Ну, возле, площадка возле дома. А, придомовая. Придомовая. Двор. Смешной случай. Казус. Хохма. Да. Недруг Отелло. Яго. Яго. Чехол для кольта. Кабган. Световой стенд. Сетевая. Ну, да. Билборд. На стадионе. Билборд. Что это? Табло. Горы Швейцарии. Альпы. Альпы. Спасибо. Тоже 10 правильных ответов у нас. Слово нашему жюри. Конкурс «Разминка» – это первый конкурс. Начало игры. Команды немножечко размялись, настроились на игру. И результаты первого конкурса следующие. Команда «Талисман» получает 10 баллов. Команда «Назад в будущее» получает 9 баллов. Команда «Студия 107» получает 10 баллов. И команда «ФМ» получает 10 баллов. А сейчас у нас конкурс «Перевертыши». Все достаточно известные пословицы. Меняем слова на противоположные. С болезнью есть плохая смерть. Со здоровьем хорошая жизнь. Враги до белой ночи. До черного дня. Да, друзья, до черного дня, молодец. Враг денег дешевле. Друг дороже. Да. Голодные уши в темноте есть. У сытого чего? Глаза. Сытый глаз. Глаз днем не сомкнет. Да, сытый глаз на свете нет. Несчастный в подштаниках умер. Счастливый в подштаниках. Нет, счастливый. В рубашке родился. Счастливый в рубашке родился. Спасибо, 5 правильных ответов. В полной избе ключ нужен. Ну, а к пустой не нужен. Пустой дом. Ну, антоним ключа. Замок. Ну, пустому дому замок. Какая? Пустому дому замок не нужен. Пустому дому замок не нужен, брать нечего. Правильно. Каждый несчастье чужого плотник. Каждый строитель своего счастья. Кузнец. Да. Кузнец. С бедностью из ада не выйдешь. Богатство в ране добродешь. Молодцы. Радости не уходят в компании. Друг познается. Нет, как-то несчастье по одному не ходит. Да. Труд – отец достоинств.
Лень. Пороков. Мать пороков. Молодцы, 5 правильных ответов. Хоть просторно, да хуже раздельно. Тесно любить. Да. Чужие люди, рассчитаемся. Свои люди, сочтемся. В недружной семье и в жару холодно. А в дружной? А в дружной семье жарко. Когда? В холоде. И в холоде, и в холоде тепло, да. Бесчестье дешевле смерти. Честь дороже жизни. Да. Добрая слава противоядия. Худая. Противоядие на антоним. Яд. Худая слава яд. Спасибо, тоже все правильно. Команда ФМ. Умирай, чужой. Глупости. Живи своей мудростью. Живи своей мудростью. Да, своей мудростью. Умирай громко, увидишь добро. Живи тихо, не увидишь. Не увидишь зла. Так. Смерть идет как по сыру. Жизнь как по маслу. Жизнь, молодец. По маслу, да. Из чужого тела не вылезешь. В чужую душу. Не влезешь. Не влезешь, молодец. Если человека знаешь, посмотри на его врага. Если человека не знаешь, посмотри на его друга. Молодец, 5 правильных ответов. Спасибо большое, слово жюри. Конкурс «Перевертыши» – второй конкурс. Команды завершили его со следующими результатами. Команда «Талисман» – 10 баллов. Команда «Назад в будущее» – 10 баллов. Команда «Студия 107» – 10 баллов. Команда «ФМ» – 10 баллов. А сейчас у нас самый веселый конкурс сегодняшней игры – это конкурс анекдотов. На дорогах сейчас такой беспредел творится, что страшно, права… Покупать. Правильно, страшно права покупать. Спасибо. Закончите анекдот. Горю Марины не было предела, когда она узнала, что двери в супермаркете открываются не силой ее мысли, а... Автоматически. Автоматически. Спасибо. Вы ехали со скоростью 120 км в час вместо 60. Но нас же в автомобиле... Было двое. Нас в автомобиле двое. Спасибо большое. И ваш анекдот. У котов очень нервная жизнь, поэтому их так неудержимо тянет к... Валерьянке. К валерьянке. Спасибо большое. Слово жюри. Все команды молодцы, справились с заданием. И получили по 3 балла. А сейчас у нас один из самых серьезных конкурсов. Это конкурс вопросов «Что, где, когда». Команды помнят, что надо еще и удержать форму вопросов. Британские ученые пришли к выводу, что из-за чрезмерного увлечения гаджетами многие школьники по утрам похожи на них. Назовите 2 словами самого знаменитого из литературных их. Джек, это смайлик. Смайлик, это может быть... Смотришь, Уваром, как выглядят? Зомби. Еще раз 2 словами. Может, на незнайку. Ну как они, как глаза выглядят? Красные, вампиры, не знаю. Самого знаменитого из литературных их. Граф Дракула. Граф Дракула, спасибо большое команде. Это правильно? Команда «Назад в будущее». В дореволюционной России для того, чтобы устроиться в экспедицию заготовления государственных бумаг, производящую денежные купюры, требовалось поручительство 2 работников, имевших хорошую репутацию. Что происходило, если новичок не оправдывал доверие? В дореволюционной России. Вот двое за него поручились, а он...
доверие не оправдал. Что происходит с тремя всеми? Троих ссылали. Ссылку? Менее жестоко. Не работают как-то на предприятии. Поручили увольняли. За человека. Увольняли всех троих. Всех правильно. Троих. Спасибо. Ну, тут сидят много молодых людей, я думаю, что все носили джинсы, да, когда-то в жизни? Даже и молодые девушки тоже. Вот, и видели, как выглядят самые крутые Леви Страус. Нашивка на знаменитых американских джинсах изображает двух лошадей. Что делают лошади с джинсами на нашивке, если она символизирует отличное качество продукции компании? Разрывают? Да, разрывают в разные стороны. Спасибо большое. И ваш вопрос. Это очень полезные птицы. В Украине есть несколько видов их. Обычный, малый, трехпалый, черная жовна и зеленая жовна. Какая хворь обходит их всех стороной согласно народной мудрости? Голова не болит. Не болит голова у дятла? Молодцы, отлично, спасибо. Слово жюри. Как говорится, знание есть сила, а сила есть знание. В этом конкурсе команды показали свои знания, проявили эрудицию, интеллект. И результаты конкурса следующие. Команда «Талисман», команда «Назад в будущее», команда «Студия 107» и команда «ФЭМ» получают по 3 балла. Дорогие игроки, вот мы и подошли к экватору нашей передачи. И результаты будут таковы. Команда «Талисман» 26 баллов. Команда «Назад в будущее» чуть-чуть отстает, совсем маленький отрыв, 25 баллов. Третья команда, сидящая за третьим столом, «Студия 107», 26 баллов. Дебютанты наши, команда «ФЭМ», также 26 баллов. Я вас поздравляю. Молодцы. Двигаемся дальше. А сейчас у нас конкурс болельщиков. Начинает этот конкурс команда Университета Украины. Закончите отрывок из творчества Бранта. Кто много должностей имеет, ни на одной не преуспеет. И тех, кто служит там и тут, и там и тут, напрасно. Жду. Молодцы, отлично. Закончите анекдот. Ты знала, что у Сергея Петровича астма? Нет, я думала, что он ко мне неровно дышит. Отлично. Закончите мысль Станислава Лема. Возможно, и на пороге смерти прибита подкова счастья. Счастья. Отлично, спасибо большое. Команда «Назад в будущее», а вы где, ваши болельщики? Здесь. Закончите отрывок из творчества Авиценны. Когда с моим врагом мой друг находит лад, такого друга я оставить буду рад. Сидевши на змее, ты мухи стерегись, и меда сторонись, попал в который ты. Ну что ж, попал. Айдем. Рифмуется с радом, с рад. Ну, еще сейчас. Раз. Когда с моим врагом мой друг находит лад, такого друга я оставить буду рад. Сидевшей на змее ты мухи стерегись, и меда сторонись, попал в который ад. Гаван. Что может попасть в вещество? Яд. Спасибо. Яд. Закончите анекдот. Ничто так не сближает людей, как общественный транспорт. Закончите мысль Вольтера. Излишек – вещь крайне необходимая. Спасибо большое, команде. Правильно. Закончите отрывок из творчества Гёте. Не знавшим бедности всегда не достают. Богатство балует, а счастье нас морочит. Тот, кто имеет все с годами больше, хочет, молодцы. Закончите анекдот. Доктор, у меня плохая память, надо мной все смеются. Займитесь боксом. И что, память станет лучше? Да нет, смеяться станут. Меньше. Естественно. Закончите мысль Бастера Китона. Комик делает смешные вещи.
Хороший комик делает вещи смешными. Спасибо большое. Болельщики команды ФМ, закончите четверостишие Эдуарда Севруса. Потому и жить нам интересно, что с упорством мы невероятным сочетаем неприятное с полезным или бесполезное с приятным. Ставьте пропущенное слово в анекдот. Почему во время выступления балерины ходят на цыпочках, чтобы не пропуск зрителей? Ну, что с ними? Никогда мы ходим шепотом, когда в доме кто-то... Чтобы не уснули? Чтобы не разбудить зрителей. И последний вопрос. Закончите мысль слова Мира Врублевского. Должность шута при скупом короле исполняет сам король. Спасибо большое команде. И слово нашему уважаемому жюри. Итак, друзья, результаты конкурса болельщиков будут следующими. Болельщики команды «Талисман», Университет Украины, получают 9 баллов. Болельщики команды «Назад в будущее», Университет имени Сухомлинского, получают 9 баллов. Болельщики команды «Студия 107», тоже Университет Сухомлинского, тоже получают 9 баллов. Болельщики команды «ФЭМ» – это студенты НКИ, получают максимум 9 баллов. А сейчас мы играем самый азартный и самый печальный конкурс сегодняшней передачи. Он посвящается блестящей выпускнице университета имени Сухомлинского, многократному чемпиону области абсолютно во всех играх, интеллектуальных игр, многолетнему члену жюри, замечательному человеку, моему многолетнему товарищу по команде Евгении Олеговне Ларионовой. Команды делают ставки. У вас лежат листики на столе. Вы должны написать цифру от 1 до 4. Столько вы потеряете или приобретете в зависимости от правильности ответа. Пожалуйста, пишем цифры, поднимаем руку, я подойду и возьму. Поняли, сначала минус, потом. Сейчас я читаю вопрос одновременно для всех команд. У вас целая минута на обсуждение. На скорость не играем, никуда не спешим, хорошо думаем. Хозяйки накануне вербного воскресенья пекли печенье в виде вербных почек, которые носили освещать в храм. Сколько печенья должна была осветить каждая хозяйка, если у каждой было разное количество? Сколько печенья должна была осветить каждая хозяйка? От чего это зависело? У каждой хозяйки была причина, почему столько, а не столько. Поняли? Почему у каждой хозяйки было свое количество печенья? Время. Объяснение. Почему? От чего зависело число? Почему вот у меня там столько-то, а у соседки больше или меньше? От чего это зависит? Тут четкая должна быть сформулировка. Не спешите, сделайте по-человечески, пожалуйста. Время, да.
Университет Украины. Итак, внимание, правильный ответ. По количеству членов семьи. Браво! Все четыре? Да. Сейчас жюри продиктует ваши результаты. По результатам данного конкурса сектора Ларионовой все команды взяли по 4 балла. Ну и можно подвести итог. Команда «Талисман» 39 баллов. Команда «Назад в будущее» маленький отрывчик 38. Студия 107 39. Четвертая команда «ФМ» также 39 баллов. Сектор Ларионова вам всем, да, принес по 4 балла. Вы все правильно ответили на поставленный вопрос. Очень быстро. Ну, просто молодцы. Я вас с этим поздравляю. А впереди у нас последний конкурс, конкурс «Сектор риска». Сектор риска у нас на этот раз посвящается братьям нашим меньшим целиком и полностью. И я посвящаю этот конкурс замечательному человеку, доктору ветеринарной клиники «Афалина» Сергею Николаевичу Бездольному, который очень многим животным вернул здоровье и жизнь, и очень во многие семьи вернул покой и радость. Ну и бесчисленное количество раз вернул покой и радость лично мне. Большое ему спасибо от имени всех его пациентов и их хозяев. А сейчас мы начинаем команда «Назад в будущее», а потом по часовой стрелке все остальные. Эти живые консервы обеспечивали путешественников и пиратов свежим и вкусным мясом. В их честь были названы острова, открытые испанскими мореплавателем в 17 столетии. Назовите двумя словами, что подарила персонажу детской сказки их литературная родственница. Что подарила их родственница? Так, вы отвечаете на вопрос, что подарила? Кто отвечает? Золотой ключик. Золотой ключик, речь идет о черепахах. Спасибо. Теперь Университет Украины. Третий вопрос сыгран, значит, 1, 2 или 4? 1. Внимание, в вопросе есть замена. Во время погружения в воду ноздри и слуховые отворы икса закрываются клапаном. Иксы имеют 4-камерное сердце и известны своими слезами. Назовите имя и место работы наиболее известного вам икса. Гена, а место работы зоопарк. Совершенно правильно, спасибо. А дальше студия 107. 2, 4. 4. Внимание, в вопросе есть замена. В старинных украинских школах нерадивых учеников садили за так называемую иксовую парту. Назовите спутников икса в известной сказке-мюзикле. Называлась «Честь животного». Так, спутников называем в известной музыкальной сказке. Молодец. Всех спутников. Кот, осел и человек, собака еще, да. Петух. Женщина еще. Да, кот, пес.
петух, и потом принцесса добавила трубадур был изначально. И осталось у команды ФМ один единственный вопрос. Вопрос требует внимания. Он не очень тяжелый, но, пожалуйста, форма вопроса, Константин. Внимание, в вопросе есть замена. Выдающегося биолога, Нобелевского лауреата Конрада Лоренца за любовь к этому виду птиц прозвали «иксовый папа». Каким эпитетом из двух слов охарактеризовали город, согласно легенде, спасенный иксами? Каким эпитетом охарактеризовали город, согласно легенде, спасенный иксами? Вечный город. Микрофон, скажите, пожалуйста. Вечный город. Да. Вечный город, речь идет о Риме и гусях. Большое спасибо и слово нашему жюри. Как говорится, риск – благородное дело. Все команды рискнули, и насколько удачно, мы сейчас узнаем. Команда «Талисман», команда «Назад в будущее», команда «Студия 107» и команда «ФМ» получает по 7 баллов. Поздравляем! Быстро прошло время, и подошла к концу наша игра «Интеллектуальное ассорти». Игра была очень интересная. Все команды играли блестяще. Три команды у нас вышли на первое место, а одна команда на второе. Итак, первое место. Команда «Талисман» 46 баллов. Первое место. Команда «Студия 107» 46 баллов. Первое место. Команда «ФМ» 46 баллов. И я опять повторюсь, маленький отрывчик. Команда «Назад в будущее» 45 баллов. Я вас всех поздравляю. И желаю вам, конечно же, здоровья, радости побольше, счастья, любви и успехов. И самое главное, мирного неба на нашей земле, на нашей родной Украине. Спасибо всем за игру. До новых встреч на телеканале «Николаев».